сохранившиеся дамы и господа. Оставшиеся товарищи, поскольку в полуфинал вышла одна русская... И три русскоязычные команды, презентуются деловые люди России! Недобитое кулачье! Эксплуататоры-фабриканты! Спекулянты-лавочники! Карьеристы-предприниматели! Купцы-мешочники! Вот она, наша надежда! Чудом уцелевшие деловые люди России переходят на легальное положение. Фермеров, акционеров, кооператоров, менеджеров и прочих могильщиков развитого социализма. Деловые предложения. России нужна сильная рука. Крепкий кулак. И много маленьких подкулачников. Правда, Борис Николаевич? России надо вернуть старые имена. Заводы Путилова. Мануфактуры Морозова. Булочные Филиппова. И правительство Керенского. Правда, Борис Николаевич? В России надо создать много кооперативов, акционерных обществ, совместных предприятий, чтобы было что национализировать в 2017 году. Правда, товарищ Полосков? Все на борьбу с разрухой! Долой министров-монополистов! Долой Минзина-мироеда! Долой Минздравы-кровососы! Восстановим наше народное хозяйство, подорванное нашим ударным трудом! Ура! Что? Ура! Ура! Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Эти планки заложу я в швейцарском банке. Маны, маны, не рубля в кармане. До сих пор я вся дрожу, не спасает грелка. Мой миллионок поломал бартерную сделку. Девки, мэны, все мы бизнесмены. Мой миллионок бизнесмен менеджментом мается. Хорошо, что хоть при этом рейтинг поднимается. Рашен, рашен, рынок нам не страшен. Велика Россия, мать, никому нас не догнать! Велика Россия, мать, никому нас не догнать! Велика Россия, а постоять незачем! Мы готовы постоять за Россию в любой очереди, любой суверенной республики! А что же от суверенной России останется? Как что? Русский характер! Русская женщина! Русская особая! Русские легавые! И русские борзые! Или борзы. А как правильно говорить? Ты сам хоть думаешь, что говоришь? Чего? Чего, чего? Вот раньше-то как было? Ляпнешь что-нибудь и... И 10 лет чувствуешь себя в безопасности. Зато теперь Калугин ляпнул и... Из безопасности вылетел. Поэтому город Калугу переименовать, лишить всех наград и звания. Родины Циолковского. Справились. Зато 73 года живем, как у Христа за пазухой. Чего? Ну что тут непонятного? У Бога живем. Кстати, о Боге. Жители Красноярска спрашивают, можно ли считать мусульманами тех, кто никогда не ел свинину? О еде. Что-то кушать хочется. А тогда фуршет. На фуршете главное не есть. Главное участвовать и договариваться. Сделка первая. Нам удалось уговорить наших деловых партнеров из Одессы на двухчасовую голодовку. Все 2 часа мы будем голодать в пользу голодающих. По Волжье. По Каме. По Днепровье. По Москворечью. По Черноморью. И по... Достаточно. На фуршете принято пить. Джин-тоник. Я столько не выпью. А тебя столько никто и не даст. А вот я б ситрап выпил. Да ты что, жлоб? Чего? Чему тебя учили в школе красных менеджеров? Ситро, метро и ЦК склонять нельзя. Сделка вторая. Нам удалось уговорить соперников не склонять ЦК. А мы, в свою очередь, не будем склонять политбюро. Да вы что? Мы в прямом эфире. Да, друзья, мы в прямом эфире. Сверим наши часы. Московское время 19:33. Внимание! С запасного пути отправляется наш бронепоезд.
Просьба пассажиров занять банки, а почту и телеграф мы купим. Отречемся от старых канонов и тряхнем, кого надо тряхнуть. Проберемся тайком на Аврору и стрельнем, в кого нужно стрельнуть. Не попасть, так хотя бы пугнуть. Тра-та-та-та! Вставай, поднимайся, российский престиж. Отечество долго молчало. Предлагаем начать все сначала, а за опытом съездить в Париж, Париж, Париж. Кипучая, гордючая, вздымучая, бурлючая страна моя, могучая, ты самая живучая. Страна моя, могучая, ты самая живучая.